Это менять структуру украинского экспорта и уходить от сырьевой экономики и проводить новую индустриализацию. Этому есть куча исторических примеров. Берем Объединенные Арабские Эмираты. Вроде бы как сырьевая экономика, одна из там богатейших. Но при этом она вкладывает свои нефтяные доллары в развитие инфраструктуры и сегодня занимает первое место в Doing Business среди стран Ближнего Востока. Более того, пример Бразилии. Они были главными экспортерами сока гивеи, того материала, из которого добывался каучук. В то время, как только у них забрали семена сока гивеи и начали выращивать на территории Великобритании, сразу бразильская экономика упала. Что мы наблюдаем сегодня? Нам необходимо производить новые сложные товары. Есть, правильно сказал Фисенко, касательно аграрного сектора. Но аграрный сектор это не только пшеница. Да, мы занимаем первые места по экспорту пшеницы. Но, к примеру, свинина, стоимость, объемы экспорта свинины из Украины уменьшилась. Сейчас я хочу, чтобы еще успел Тарас сказать свое слово. Тарас.